Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись и нажми на колокольчик, и тебе обязательно выпадет легендарка или тот сундук, о котором ты давно уже мечтаешь. Привет всем, дорогие друзья, сейчас нахожусь на аккаунте, на котором я сейчас выбью супер магический сундук, пойду в бой, выиграю, и мне выпадет супер магический, после чего мы его откроем, я вам сделаю небольшое объявление, но в конце расскажу, как все-таки я эти сундуки выбиваю, вообще как я угадываю, что они сейчас выпадут, все это расскажу чуть позже, ближе к концу ролика, поэтому сейчас я пойду в бой, никаких опять не буду делать нарезок, будет всего лишь одна онлайн атака, вот этой колодой я сыграю. Предлагаю не тянуть, поехали в бой, сейчас выбьем супер магический, откроем, посмотрим, что нам с него дропнется. Но в конце немножко поговорим о том, что я обещал, что я расскажу, как происходит это все выбивание и вообще, в общем, все, дождитесь конца ролика. Итак, значит, выбрасывает он, блин, надо зап на бочку, немножко мне лагает планшет. Мы вышку продамажили. Блин, надо было фаербол готовить. Сейчас много урона пропущу. Зап. Бандитка все-таки нанесет урон. Ну, меня радует то, что она нанесет урон не с чарджа. Это очень классно. Потому что, ну, я потерял бы намного больше хитпоинтов. У меня немного планшет подлагивает, ребята. И многие писали под прошлым роликом, что это приватный сервер, потому что зависает у тебя что-то. Такой бред, реально. Мне это так веселило, эти комментарии. Так, значит, Валькирия у нас идет впереди. Можно, в принципе, подбросить Хога. Да, прокачка у противника не такая уж и страшная. Предлагаю закинуть фаербол. А, нет, хорошо, что я фаербол не закинул. Сейчас поставим Инферно. Элитные варвары сейчас остановят Инферно, поэтому... Думаю, урона я не получу. Так, вот это плохо, конечно, то, что один варвар выжил, но надеюсь, бандитку отлично, бандитку уничтожили, ну и пятый мушкетер много урона не нанесет. Так, что нас может сейчас встречать? Нас сейчас может встречать банда гоблинов, вот она, и гоблинская бочка, зап что, на что-то одно, ну, естественно, на бочку зап, отлично, благо у меня зап прокачан до того уровня, чтобы убивать гоблинскую бочку, это очень хорошо. Но хитпоинта у меня не так много, как хотелось бы, поэтому забрасываем Хога и бросаем фаербол наперед. Там сейчас у меня армия скелетов. Мы добиваем вышку. Сейчас буду ставить Инферно. Так, здесь Валькирия. Стоп, стоп, стоп. Здесь у нас будет рыцарь. Здесь у нас лучницы пойдут. Хорошо. Готовим зап на гоблинскую бочку. Отлично. Запаем ее. Так, 35 секунд. Что же делать? Идти в атаку или дефаться просто. Ладно, поставлю адскую башню. Хорошо то, что он выбросил банду гоблинов с левой стороны. Я думаю, что он не добьет у меня эту вышку справа. Я задефаюсь, я в этом почему-то уверен. Так, здесь рыцарь. Блин, мушкетер, конечно, урона мне нанес по инферне. Ладно, здесь лучницы. Здесь валькирия. Все, в принципе, победа, ребят. Итак, смотрим. Сейчас, по идее, должен мне выпасть супер магический. Ну, не по идее, я в этом уверен. Ах ты ж, блин, обманщик какой. Но все равно он не добьет вышку, нет. Так, его бомбит это, ну да ладно. Неважно, не я же играл с элитками, а он, поэтому... Итак, смотрим супер магически, все, как я и говорил. Ой, меня, ребята, это так тема веселит, блин, ну, предугадывать сундучки. Итак, ребятки, я выбил супер магический в прямом эфире, прямо при вас. Сейчас мы его откроем. Небольшая будет, небольшое объявление, информация. После чего расскажу, как все эти сундучки, ну, как это все происходит. Так, у меня есть гемы, достаточно гемов, значит, давайте сразу расскажу, что у меня есть на аккаунте. На аккаунте есть 7 легендарных карт, то есть не хватает всего лишь, ну, всего лишь ничего. Поэтому надеюсь на новую легендарку, надеюсь, она вообще дропнется. Что касается карт, ну, в принципе, Хог нужен. Ну, а все остальное выпадет, да и выпадет, не так сильно важно и принципиально. Открываем супер магический, смотрим, что нам дропается. Так, 4700 золота, роял гигант. Варвары. Так, Тесла. Надгробие. 6 скелетиков. Блин, ребят, не будет легендарки. Очень печально. Очень, я очень расстроился. Серьезно, я рассчитывал на легендарную карту прям очень сильно. Ну, в общем, неважно. Я супер магический сундук выбил. Я его открыл. Ну и небольшое, ребят, объявление. На моем канале скоро будет 200 тысяч подписчиков. Я решил этот аккаунт разыграть среди вас. У меня, конечно, есть магазин по продаже аккаунта. Поэтому, кто его не выиграет, можете приобрести себе аккаунт. Либо у меня есть раздел по сундукам. Там можно открывать сундуки, выиграть аккаунт. Можно гемы выиграть, можно деньги реальные. Там еще не совсем сбалансирована настройка
только по цене. 9 апреля, я не знаю, когда выйдет этот ролик, но 9 апреля уже будут полноценно работать, функционировать сундуки. Поэтому, если хотите, интересно, ссылку на свой сайт я оставлю в описании. Ну и что касается этого аккаунта, ребят, я его разыграю бесплатно среди вас. От вас будет всего лишь 5 условий, которые, я думаю, вы выполните. Первое условие, ребята, это будет, естественно, подписаться на мой канал. Второе условие, это поставить лайк. Очень просто это все. Третье, подписаться на моего спонсора, ссылка будет в описании. Четвертое, это подписаться на мою группу. И пятое условие, это сделать репост этого ролика в моем паблике. Все условия будут расписаны в описании. Они максимально простые. Я уверен, что вы половину из них уже выполнили. Я уверен, что вы подписаны на мой канал, поставили лайк этому ролику, подпишитесь на паблик, на спонсора и сделайте репост. Все будут подробности в описании. Результаты конкурса будут, когда на канале наберется 200 тысяч подписчиков. Я вас уверяю, ребята, это случится совсем скоро, буквально на неделе, поэтому я не заставлю ждать с результатами. Подписывайтесь на паблик, чтобы не пропустить результаты. Все условия и ссылки будут еще раз расписаны подробно в описании. Ну и теперь сама, ребят, фишка про эти сундуки, потому что я всем затмил головы, что же это произошло, что же это за фокус. Я выбил 3 топовых сундука в прошлом ролике подряд. Кто не смотрел его, то можете посмотреть, зайти на мой канал. Я там выбил супер магический, легендарный и эпический. И вот на этом аккаунте сегодня я тоже выпил супер магический и знал, что он сейчас выпадет. Я сразу признаюсь, ребят, никаких взломов, никаких читов, никаких там топовых секретов нету по выпадению сундуков. Просто есть определенная хронология, которую я говорил в начале ролика предыдущего видео. Есть один сайт, на котором можно ввести хэштег вашего профиля, и вам выбьет подробную статистику вашего аккаунта. Кого вы выиграли, сколько карт вы задонатили, какой сундук вам выпадет следующий, вообще всю статистику по сундукам. Соответственно, я по этой статистике ориентировался и выбивал сундуки на видео. Но в прошлом ролике я выбил подряд. Я скажу, ребята, это, я вам честно клянусь, это везение. Я не знаю, как ему выпали все эти сундуки подряд, но честно скажу, он мне сказал, что это ему повезло, когда он подписался на мой канал. Я ни на что не намекаю, ребят, но вы на всякий случай подпишитесь или поставьте лайк этому ролику. Вот такая вот история. Естественно, ссылку на сайт я оставлю в описании. Вводите хэштег, видите таблицу выпадения сундуков. Соответственно, вы будете знать, когда вам выпадет легендарный сундук и когда вам выпадет супер магический. Я уверен, что многие про этот сайт уже давно знали, но некоторые, например, нет. И я надеюсь, что вам эта информация будет полезна. Ну а чтобы вам везло, то обязательно лайкайте мои ролики, включайте уведомления на моем канале, подписывайтесь на него. Я уверен, что вам будет везти. Ну на этом ролик, ребят, подходит к концу. В принципе, я все, что хотел, рассказал. Я надеюсь, вам была интересна эта тема. Мне, честно, очень было интересно и очень неожиданно было открыть вот такие вот сундучки и знать, что они выпадут мне. На этом, ребят, ролик подходит к концу. Участвуйте в конкурсе. Я желаю вам удачи, побеждайте, успехов вам и всего самого лучшего. До скорых встреч. Всем пока.